ТМК стартовал масштабный проект по созданию автоматизированной системы оперативного управления производством. Технические специалисты предприятий ТМК собрались, чтобы встретиться с поставщиками решений, выбрать наиболее подходящие и начать их внедрение на заводах. В рамках проекта МЕС, по сути, решается большое количество задач. Одна из основных – это обеспечение идентификации и прослеживаемости продукции. Это управление техническим контролем, испытанием продукции. Туда же попадают задачи, связанные с мониторингом, с оборудованием. То есть в целом по комплексу задач, которые возникают на оперативном уровне управления производством, они все будут охвачены в рамках вот этого проекта, получается. Такой проект, уверены в ТМК, повысит эффективность, производительность, выше будет качество продукции, снизятся затраты на производство, лучше будет процесс планирования, учета и отгрузки продукции. Пилотный проект охватывает 4 завода, 9 цехов и имеет максимально короткие сроки с большим экономическим эффектом. Первая встреча проектной группы прошла на Северском трубном заводе. Здесь на проект возлагают большие надежды. Результат этого проекта будет абсолютно прозрачное выполнение производства с планированием вплоть до единиц продукции и прогнозированием отгрузки вплоть до 5 минут. Европейские коллеги в таких условиях уже работают, данный класс систем у них есть. И, в общем-то, были организованы референс-визиты коллегам в Европу, где, в общем-то, была возможность оценить достоинство систем. Первый этап проекта охватывает электростолепловильные и трубопрокатные цеха, второй – трубосварочное производство предприятий. Сейчас определена дорожная карта проекта. На заводах формируют рабочие группы. Они подготовят бизнес-сценарии, которые лягут в основу автоматизации и цифровизации производства. Лидия Соколова, Сергей Чижов, новости 11 канала.